Студенты вузов Тверской области могут получить 1 000 000 рублей на реализацию своих инновационных проектов. В регионе стартовал прием заявок на участие в грантовом конкурсе «Студенческий стартап». О том, как стать участником конкурса, расскажет наш корреспондент. Студентка 6-го курса Тверского государственного медицинского университета Елена Спирина победила в конкурсе в прошлом году. Она вместе с командой разработала симптом-чекер на основе искусственного интеллекта. Его главное назначение – упростить процедуру первичного врачебного осмотра и сбора анамнеза. Пациент проходит анкетирование, которое занимает 5-6 минут. Система опрашивает полностью, выделяет места, на которые следует врачу обратить внимание, ставит предварительный диагноз, и уже непосредственно на этом этапе мы предлагаем пациенту либо обратиться по месту жительства уже непосредственно в учреждение медицинское. Елена рассказывает, что идея создания такого анкетирования возникла по дороге на работу в поликлинику. Симптом-чекер позволяет сократить процедуру первичного приема. Он сокращается более чем наполовину. Произошла наша идея сделать медицинскую, так сказать, в онлайн-режиме и присоединить новые веяния, это искусственный интеллект, он нам помогает. Вот, в этом есть наша наука. Помогать. В прошлом году победителями конкурса «Студенческий стартап» стали 8 представителей вузов Верхневолжья. Их разработки связаны с созданием программного обеспечения, хранением информации и работой искусственного интеллекта. В этом году заявки на конкурс принимаются по 7 направлениям. Приоритет будут отдаваться направлениям такие, как микроэлектроника, беспилотные летательные аппараты, станкостроение, искусственный интеллект и цифровые технологии. Как обычно, помощь в сборе документов и формировании заявки на данный конкурс будут оказывать сотрудники Центра Мобизнес. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить короткую форму на сайте студенческого стартапа. Прием заявок продлится до 15 апреля. Значимость поддержки молодежи, содействие в реализации ее инициатив, в том числе в науке, не раз отмечал губернатор Игорь Руденя.